Экстрасенс показалась необычной женщиной, располагала к себе. Она вначале задала мне какие-то общие вопросы, а потом вдруг посмотрела на меня внимательно и сказала, что я недавно потеряла ребенка. Я была потрясена, как она могла догадаться. Вы недавно переехали, а в старой квартире никаких странностей не случалось? Нет. Вы страдаете, вы недавно кого-то потеряли. Ребенка? Когда мы испытываем сильную боль, к нам притягиваются другие энергии. Я вас не понимаю. А, вы напрасно боитесь. Да, здесь есть какая-то сущность, но она не желает вам зла. Она что-то от вас хочет и не уйдет, пока вы не поймете, что это. Что здесь происходит? Катя, сколько раз я тебе говорил, что тебе нужен психолог, а не экстрасенс? А вы зарабатываете на чужом несчастье.